Мурат Дзязиков, президент Ингушетии. На Кавказе нет слабых народов, там немужественных народов, плохих народов, или как бы непонимающих народов. Все на Кавказе, на юге нашей страны, включая Донское, Терское, Кубанское казачество и Ингушетию, это очень достойные люди, и каждый мы у себя наводим порядок. Этим мы отличаемся от других регионов и от другой части света. Никогда.